приходится нам сейчас во второй ряд вставать. Или их обещать. Вы во второй ряд. Задом. То есть вы меня подтолкнете, а когда я буду спускаться, всегда говорите, поверните спиной, потому что мало ли какой человек, вот есть ДЦПшники, то есть у них все, ну как бы ходит под умом, да, координация нарушена. И он и сказать-то он вам не может, есть такой у нас мальчик, наверное, уже перевозили многие. И он, да, ничего, а сам потом вывалится, отвечает.